На Псалом 122. Видишь, как везде видна польза плена. Те, которые всегда привязаны были к земле, надеялись на сириян и египтян, на крепость стен, на множество богатства. Теперь отрешается от всего этого, прибегает к непобедимой деснице, обращается к этой надежде, приобретает высокие мысли и, отказавшись от земли и лишившись храма, потому что храм их был разрушен, призывает, наконец, самого Бога с неба. Он называется живущим на небе не потому, чтобы ограничивался местом, нет, он все наполняет, но потому, что он преимущественно обитает в тамошних силах. Подобно, как говорится, что он обитает и в людях, вселюсь в них и буду жить. Таким образом, находясь в стране иноплеменников, иудеи научились немалым истинам, именно отрешаться от земли и ясно понимать, что Бог везде скоро внемлет, когда призывает его. Так как, наконец, появлялся луч новой жизни, то пророк и начинает касаться будущего, отвергая мало-помалу и прикровенно закон о соблюдении мест. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах». Вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Посмотри здесь опять, как возросло их благочестие. Не на короткое только время они питают надежду на Бога, но навсегда предаются ей и утверждаются на ней. Потому приводит и сравнение, которым выражает именно то, что они ни от кого другого не ожидают себе помощи и содействия, и ни к кому другому не обращают взоров, подобно как рабыни и раб имеют одно только средство к получению пищи, одежды и всего содержания от господ своих, и не перестают взирать на них, но ожидают, когда получат, а когда получат, то остаются благодарными и поступают так постоянно. Так и они, желая показать, что они взирают на него и делают это постоянно, что они не имеют никакой другой надежды и неотступно ожидают его помощи, и что все находящееся у них принадлежит ему, упоминает о рабынях и рабах. Смотри, как те, которые прежде, будучи приглашаемы идти к Богу, слушали это с отвращением и небрежностью, теперь от несчастья сделались настолько лучшими, что они хотят отступить от него, но ожидают, служат и просят от него: «Доколе помилуешь нас, доколе». Не сказал, доколе даст награду или доколе сделает вознаграждение, но доколе помилует он нас. Так и ты, человек, постоянно приступай. Хотя получишь, хотя не получишь. Если не получишь, не отступай, и непременно получишь. Если и жестокого начальника преклонила на милость неотступность вдовы, то можешь ли иметь прощение ты, так скоро отступая от Бога, унывая и ослабевая? Не видишь ли, как служанки не отступают от господ, не позволяя ни мысли, ни взору блуждать по сторонам? Так поступай и ты. Следуй одному Богу и, оставив все прочее, будь счастлее его слушателей, и непременно получишь то, чего просишь, с пользой для себя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольны мы насыщены презрением. Видишь ли сокрушенную душу? Они просят спасти их по милости, и даже не по милости заслуженной, а потому что они потерпели великое наказание. И Даниил говорил: «Ибо мы умалились более всех народов на земле». Тоже и они говорят в своей молитве: «Мы потерпели крайнее бедствие, лишились отечества и свободы, сделались рабами иноплеменников, жили в унижении, были изнуряемы голодом, притеснением и жаждой, подвергались оплеванию и были попираемы ногами в течение всего времени. За это прости и помилуй нас». Что значит преисполнена, насыщена презрением душа? Самая душа наша, говорит, ослабела и изнурилась от великих бедствий. Многие, хотя подвергаются бедствиям, но переносят их мужественно. А мы, говорит, и этого лишились. Мы унываем во время бедствий, сокрушаемся. Они не пользуются надлежащим образом дарованными им преимуществами, потому что Бог и исправляет их противным тому, как Он всегда делает. Так Адама, не употребившего на пользу пребывания в раю,
он исправил изгнанием из рая. И жену, сделавшуюся худшую, отравной с мужем чести, он сделал лучшую посредством порабощения и подчинения. Так и этих иудеев, которые от свободы и безопасности в своем отечестве сделались худшими, необузданными и невоздержанными, он исправляет противным тому. Умоляя о помиловании, он и говорит Богу: «Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых». Они выражают одну и ту же мысль, оплакивают бедствие словами: «Насыщена душа наша поношением». А 70 толковников говорят другое, именно, что все это обратилось на них, чтобы они сами испытали то же, чему подвергли нас, чтобы смирилась их гордость и надменность. Так часто и случается. Бог обыкновенно делает это, смиряя высокомерных и унижая гордых, чтобы отклонить их от пути, ведущего к погибели. Нет ничего хуже гордости. Для того и бывает искушение и скорби, дано смертное жало и посылаются многие несчастные обстоятельства, для того страдания и болезни, чтобы крепко обуздать душу, которая легко надмевается и доходит до гордости. Поэтому не смущайся, возлюбленный, когда подвергаешься искушениям. Напомни слова пророка: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Принимай несчастье за врачество, пользуйся искушением надлежащим образом, и достигнешь величайшего спокойствия, которого досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.